честно, как говорится, настоящий русский медведь. Друзья, подходите, подходите. Самая настоящая погода — это зима, когда минус такой лютый, а на новый день все хорошо. Кто-то заводит чихуахуа, кто-то дом приводит медведя. Но почему бы и нет? Может быть, в 2017 году это в тренде будет. Масяня любит аплодисменты, когда ее поддерживают. Аплодисменты громкие звучат. Друзья, кто-нибудь узнал себя 1 января? Давайте похлопаем масяне! И попрощаемся с ней, конечно же, друзья. Громкие аплодисменты, скажем ей до завтра.